Александра Петровна Баландина – ветеран Великой Отечественной войны. Накануне ей исполнилось 92 года. Поздравил ветерана с днем рождения и Пасхой глава городского округа Дмитрий Волошин. Женщина живет в квартире одна. В силу возраста ей сложно следить за состоянием дома. Соседи Александры Петровны попросили привести в порядок квартиру ветерана. Она вам скажет, потому что, в общем, у нас Александра Петровна в здравом уме, в трезвой памяти. Она сама скажет, что да, что ей надо. Потому что, может быть, какой-то вот маломальский просто навести хотя бы порядок. Обязательно дезинфекцию. Кроме этого, руководитель муниципалитета помог разрешить конфликтную ситуацию. Часть жильцов дома 32А на Московской улице выступили против скамеек возле подъездов. По ночам здесь собираются шумные компании. Но для Александры Петровны это редкая возможность подышать свежим воздухом. И ей необходима скамейка. Возраст не позволяет проводить на ногах много времени. Активные жители дома попросили главу разобраться в этом вопросе. Целый комплекс вопросов. В первую очередь нас попросили поставить скамейку для того, чтобы пенсионеры могли на этой скамейке проводить время. Но кроме того, попросили, чтобы мы привели в порядок квартиру, помогли, навели капитальную уборку, химчистку. Ну, можно даже сказать, сделали косметический ремонт, потому что того требует сегодня квартира. Поменять линолеум, покрасить стены. Эта работа будет проведена, и такие поручения мною даны. Во дворе установят круглосуточную камеру видеонаблюдения. Она будет следить за порядком возле дома. Благоустроят двор. Вместе с жителями администрация Ахимок высадит деревья и цветы. Также глава городского округа поздравил с Пасхой 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Парфеньевича Двойкина. Мужчина – обладатель множества медалей и ордена Отечественной войны второй степени. В честь 60-летия со Дня Победы указом президента ему было присвоено звание подполковника.